Почему я все время одеваюсь в какую-то нейтральную верхнюю одежду? Черный, бежевый, белый, серый. Надо что-то поярче. Давайте покажу вам свое яркое решение. Окей, гулять так гулять, поэтому давайте снова начнем с яркого свитера. Да, я надеваю его прямо сверху топа, потому что если я захочу раздеться в помещении, я сделаю это легально. Украшения просто необходимо выпустить на свободу, не прятать же такую красоту. Ну а сережки... вы и сами знаете. Брюки можно, в принципе, оставить эти, с этим же ремнем, можно переодеться, но я, пожалуй, оставлю. Единственное, просто подверну свитер для того, чтобы он как-то смотрелся эстетичнее. На ноги надену баклажановые ботильоны с очень красивым каблуком. И сейчас я вам покажу свое самое яркое пальто в коллекции. Та-дам! Извините, пожалуйста, а полиция цвета за мной уже выехала, да? По поводу сумки у меня сомнения, потому что соревнуется белая Прада и такая вот зеленая. Какую выбрать, давайте решим. С белой образ получается вот таким. И да, я ношу золотые украшения, серебряной фурнитурой. Что вы мне сделаете? Но знаете, гулять-то гулять, поэтому цвета должно быть больше. И снова звезда моей жизни вошла в чат. И вот сейчас я не могу определиться, то ли я чувствую себя элегантной, то ли экстравагантный. Или я выгляжу как зауч на 8 марта. Напишите в комментариях, как вам этот образ, а я пошла открывать дверь курьеру из Пятерочки.